Не забывайте, что у нас есть надежный друг, который дарит вам великолепные бонусы, если вы используете именно этот промокод, который реально даст вам счастье. OneX — это настоящий профи в своем деле, и где искать нужные ссылки, вы прекрасно знаете. Лохлу бежит вот так вот. Отвечает за базар, но 1-1. Бей еще один мой угол, я возьму. Это креатив, креативное мышление. Три. Да ты сильно, раз, блядь. Раз, два, три. Это блядь! Я сознание не потерял, вы чё, блядь? Сок вылетел. Это победа года. Это победа года. Нахуй так сильно? Я не сильно бил, я тебя не потерял. Я тебя же отвечаю, не сильно хотел. Я пошёл голову, блядь. Будешь в итоге делать? Буду, блядь. Типа ты у меня не выходишь из головы после ролика. Ты, блядь, скажи полностью, я не буду. Ну а ты не можешь сам додумать, типа ты не выходишь у меня из головы. Это просто стопроцентная любовь. Блядь. Я нажимаю на кнопку. Да, видно? Да. Я с Настей, видно. Блядь, сука, ну проще подойти к тёлке, попросить инстаграм, реально, чувак. На кому сейчас легко? Настя, привет, в общем, не знаю, как тебе это сказать, но скажу как есть. После съемок ты мне, ну, очень понравилась. Ты просто, ну, не выходишь мне из головы. Может, сгоняем куда-нибудь в ближайшее время? Если что, мои к ней. Отправил! А, давай слуханем. Отправил! Настя, привет. В общем, не знаю, как тебе это сказать, но скажу как есть. После съемок ты мне, ну, очень понравилась. И просто, если не выходишь мне из головы. 2000 years later. Пацаны, короче, уже утро, его только сейчас Перс ответила, бро. Я встаю, вижу месседж на своем мобе, открываю, и там, типа, ну, огромное сообщение. И что, что я забанили, типа, то, что я сказал, гоу куда-нибудь сгоняю. Бро, то есть она вообще не отреагировала. Ну, типа, да, понял. Я пробы сделал шаг, думал, потеря невелика. Вся моя жизнь — это антиквар, знаешь, ту цену я ставлю сам. Кидаю спички, я бензин, согреться пытаюсь, я без сил. Да, я забыл ту дорогу домой, ведь все мы здесь гости.